Здравствуйте. Это Владимир Владимирович. Решил позвонить, чтобы лично от себя, от всей страны и от ваших родственников поздравить вас с Днем Матери. Ваши дети просили передать вам, что вы прекрасная мама. Признаться, я и не сомневался в этом. Но думаю, вам вдвойне приятно это услышать. Как президент России, я сердечно поздравляю вас и желаю, чтобы все, кто вас окружает, дарили вам только приятные моменты и положительные эмоции. Пусть ничто вас не тревожит и не беспокоит, кроме частых и приятных визитов любящих и дорогих вам людей. Счастья вам и вашим близким. С Днем Матери! Знаешь ты, как быть не просто мамой, но о днях тяжелых не жалей. Мамой став, ты лишь прекрасней стала, стала ты мудрее и нежней. Печаль пусть улетает в далекие края, твой праздник отмечает сегодня вся страна. Любви тебе желаю и обнимаю я. С Днем Матери сегодня поздравляю тебя, милая моя.